От пациента фтизиатру не понравилось дыхание, пациент ребенок 1 года, отправили на рентген. На рентгене увидели тень средостения. Фото рентгена и 2 заключений прилагаю. Далее отправили на КТ с контрастом. Хочу узнать заключение других специалистов. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1 года, дата исследования 19 декабря 2022 года, область исследования, органы грудной клетки. Представленные томограммы субоптимального качества. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки, легкие расправлены, пневматизация легочной ткани снижена в заднебазальных отделах, преимущественно слева за счет паркостальных участков консолидации легочной ткани. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено, расширено за счет характерно мягкотканного образования в верхнем этаже переднего средостения, размером 50 на 27 на 46 мм. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. При введении контраста справа над диафрагмой определяется участок патологической васкуляризации, по плотности идентичной аорте, размером 8 на 4 на 5 мм. Другие очаги патологической васкуляризации и не выявлены. Заключение. КТ-картина очагового образования S10 справа. Более вероятно АФ, образование средостения, более вероятно ТИМОМА, паракостальных участков консолидации легочной ткани, больше слева. Рекомендована консультация торакального хирурга. 20 декабря 2022 года, доцент кафедры КМН. Код АФМ, а заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Томограмма очень так себе по качеству, поэтому некоторые образования видно не так хорошо, как необходимо. В нижнем сегменте правого легкого есть небольшой сосудистый дефект, артериовенозная мальформация. Она небольшая, такие, как правило, угрозы не представляют. В средостении есть достаточно крупное вилочковое железо, ТИМОМА. По этим вопросам вам нужна консультация торакального хирурга. Также в легких больше слева, есть следы ранее перенесенного воспаления, участки уплотнения, консолидации легочной ткани. С этим к педиатру.